Есть фигура, состоящая из клеток. Разрезать на две конгруентные части и указать, каким именно перемещением плоскости одна из этих частей переходит в другую. Имеется в виду, что все клеточки одинаковые. Это, ну, было нарисовано на клетчатой бумаге. Вот такая фигура. Вот такая фигура. Нужно разрезать на две конкурентные части. Ну, господа, во-первых, в принципе, она не такая сложная. И если так присмотреться, то, ну, что называется, можно взять и разрезать, да? А во-вторых, для решения таких задач есть замечательный простой способ. Он состоит в следующей идее. Если у вас есть какая-то фигура, разрезанные линией на две конкурентные части, то смотрите, ведь у конкурентных частей периметры равны. Значит, если вы возьмете периметр вот этой и возьмете периметр этой, они должны быть равны. Но вот эта линия входит и туда, и туда. Поэтому на самом деле должны быть равны вот эти вот длины. То есть я беру какое-то произвольное место, скажем, здесь пишу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, иду, считаю, 12, 13. Ну, ребят, на самом деле чувствуется, что я дошел до середины. Дело в том, что я уже считал, поэтому я точно знаю, что я уже дошел до середины, потому что периметр был 26. Давайте проверим. Да, я ничего не перепутал. Периметр действительно 26. И такая идея. Если мы разрежем какой-то линией, которая идет по сторонам клеток, то начинать надо и заканчивать в точках, помеченных одним и тем же числом. Смотрим, скажем, на точку 1. Ну, извините, отсюда никаких разрезов не бывает. Отсюда никаких разрезов не бывает. Вы убираете всех углов. Да, конечно. Причем, когда вы убираете, то вы убираете и соответствующие в другом месте, да? Вот если мы сейчас пройдемся, то вдруг выяснится, что очень-очень много уберем. Смотрите, семерка – это в углу, поэтому здесь убираем. Восьмерка в углу, здесь убираем. 9 у нас в углу. 4. Слушайте, а 11. Да? 13. Тоже убираем. Двойку убираем. Тройку убираем. Шестерку убираем. Так, ну вот. Пятерку. Нет. Пятерку. Да, и за верх. Убираем, потому что если здесь делаешь разрез, то одна клеточка. Все понимают? Да. Да, значит, пятерку тоже убираем. Ну, выжила только десятка. Выжила только десятка. Теперь такой вопрос. Как выглядит разрез? Ну, здесь понятно. В этом месте разрез идет понятно как. А здесь непонятно, то ли так, то ли так. Но в любом случае, с одной стороны от разреза будут клеточки одной части, с другой другой. Поэтому давайте сделаем так. Я ставлю сюда крестик, сюда нолик. Тогда здесь будут тоже крестики. Здесь будут тоже обязательно крестики. И так до этого места. Здесь пойдут нолики. Ну, не очевидно. Не очевидно. Я не собираюсь ни о чем догадываться. Дело в том, что в итоге получается 18 клеток. Нет, я понимаю, что в итоге получается действительно поровну клеток. Но смотрите, вот я здесь поставил, как видите, 8 ноликов и 8 крестиков. У меня остался выбор из двух вариантов. Либо я ставлю сюда нолик, сюда крестик, либо сюда крестик, сюда нолик. Ну, давайте начну, скажем так. Как вы считаете, у меня получились две конкурентные фигуры или нет? Нет. Ну, как понять, почему нет? Ну, наверное, так. Вот у этой фигуры есть 4 нолика подряд, видите? Вот. А у этой фигуры нет 4 крестиков подряд. Все. Значит, у меня осталась последняя надежда.
Последняя надежда – поставить нолик сюда, а крестик сюда. Да. Проще всего это сказать, что это собачка. У меня получились две собачки. Теперь я вот эту десятку убираю, потому что это уже никому не интересно. Это во время решения было интересно. Провожу линию разреза. И вспоминаю, что в задаче меня просили указать перемещение, которое переводит, помните, да, одну фигуру в другую. Но в данном случае все очевидно. Это, конечно же, параллельный перенос на два вверх и на один влево. При таком параллельном переносе, как вы прекрасно понимаете, вот так будет. Наверное, не стоит рисовать этих стрелочек слишком много, потому что, наверное, и так всем понятно.